Здорово! Сегодня я вам расскажу одну интересную поучительную историю. Началось все с того, что я получил заказ на изделие из алюминиевой композитной панели, АКП или по-простому композит. После того, как я сделал заказ, у меня осталось несколько больших кусков размером 60 на 90, потому что фрезер у меня размером 60 на 90. И вот они стояли, и я решил, что мне бы надо из них что-нибудь интересненькое сделать. И вот какое-то время назад мы начали делать QR-коды, и я решил попробовать вырезать на композите QR-код. Но так как цвет моего композита черный, фон черный, и я на нем делаю черные дырочки, то QR-код будет читаться так себе. И я решил сделать финт ушами. Я вырезал все, что хотел, и отшлифовал поверхность. Но дело в том, что приклейка самой алюминиевой пластины к поверхности ПВХ была не очень хорошая, и местами маленькие детали остались на месте, а местами они просто отвалились. Ну, естественно, в таком виде никакую табличку юзать нельзя, и я, в общем, был расстроился. Но вчера меня посетила гениальная, я не побоюсь этого слова, идея. У меня в цеху валялась буква, вырезанная из композита такого же черного цвета, и я подумал, а может мне кинуть ее на лазер и попробовать на ней что-нибудь награвировать? Я так и сделал, и у меня все получилось. И сегодня я вырезал из композита вот такой прямоугольник, как та же самая табличка, которая была. Кинул ее на лазер, и вуаля! Идеалити! Просто классная табличка на черном фоне. Металлические буковки, которым ни хрена ничего не будет, потому что это же композит. То есть ее можно использовать на улице, где угодно, и это просто бомба. Короче, если понравилось, ставьте лайки. Нет, не так. Ты что заново, когда я выйду? Не-не-не, я просто чик-чик монтаж. Короче, нет, не так. Сейчас табличка прямо вот из-под лазера, то есть она такая грязненькая, с нагаром. Сейчас пойду помою. Ну и давайте я вам покажу, как работает мой QR-код, вот этот вот на композите. Класс, да? Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, в общем, пишите в комментариях вопросы, восхищения, говорите, Петь, как классно, мы давно об этом знали. Все, пока!